А у вас там много народу, да? Ну, у нас из полка осталось вообще немного. А остальные где? А остальные, кто половина смылся, срочники увезенные, остальные ранены. Ну, сколько? У нас здесь меньше 100 осталось, наверное. А было? Вообще полный БТГ, 640 человек. Вот и считай. Считаю, считаю. В первый день, как мы в этот лес, мы в другой лес приехали, короче, нам по нам как мины стрельнули по ногам, короче, там это, полочно, одному и крупному, и вроде нога вот насловно, тоже с осколком, с ранением. Пока поняли, что БТР безопасен, относительно. Как минимум, от мин пока спасает. Внутри. Естественно, тут наружу никто не хочет выходить в него. Где мы стоим, лучше не быть. Тут там летает все, пролетает в нас. Хотя бы колеса не пробило. Я сейчас сижу на БТР сверху, смотрю на воронку снизу от мины, которая, блядь, полметра от него.